Добрый день! Сегодня чистим ноутбук от пыли и заменим термопасту на ноутбуке Samsung. Как видите, загрязнение очень большое. И чистить тут есть что. Пациента нашего зовут Samsung NP300E5A. Отключаем батарею. Откручиваем винтик крепления нижней крышки. Снимаем крышку. Далее откручиваем винты жесткого диска. Отключаем жесткий диск и снимаем его. Откручиваем корпусные винты, как показано на картинке. Убираем CD-ROM. Поднимаем крышку вверх и тем самым добираемся до материнской платы. Как видите, загрязнения действительно очень большие. И чистить тут действительно есть что. И термопаста тут, конечно, не очень такая хорошая. Какая-то серебрянка. Спонжиком убрали термопасту. Почистили вентилятор от пыли. Теперь можем собирать все обратно. Первым делом наносим термопасту тонким слоем. Теперь можно установить систему охлаждения, закрутить винты. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нумерация здесь не просто так, чтобы было все равномерно. Устанавливаем вентилятор. Не забываем подключить вентилятор. Закручиваем винты вентилятора. И можно ставить крышку обратно. Сборка происходит в обратном порядке. Итак, самое вкусное я ставил напоследок. Температура до чистки. Как видите, тротлинг процессора 24%. Температура 83 градуса. Следовательно, и частота падает, и производительность компьютера падает. А если сильно грузить компьютер, то он может и выключаться самопроизвольно при достижении критических температур. Какая же все-таки должна быть температура самого компьютера? 30 градусов в холодном состоянии и 68 градусов в максимальной нагрузке. Тротлинга нет. Компьютер работает нормально. До новых встреч в следующих видео. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, ставьте лайки. И всем без синего экрана.